Я проанализировал сейчас, посмотрел по балансу, что происходит в мире, и обнаружил, что во всех странах число инфицированных вот, новым вирусом COVID-19 растет, ну, как-то ровно. И только Россия является полным исключением из этого правила. Ну, как ближайший сосед Китай, блядь. Я буквально сейчас, извини, Андрюх, я буквально сейчас читал, несколько городов в Италии поставлены на жесткий карантин. В Италии уже 128 человек госпитализированы, двое умерли. А где Китай, блядь? В Бразилии, елки-палки, там человек 30, что ли. Понимаешь? То есть я вообще не понимаю, что творится. То есть это мы что сейчас, страну готовят к тому, что, блядь, начнем вымирать пачками. Так, а медицина. Что тебе непонятно? Мне все понятно, просто я, блин, не верил до конца, что, блин, то есть не слышно ни о мерах против этого вируса, ничего, кроме создания штаба по борьбе. То есть штаб-то для чего создается? Я так понимаю, будут сами себя охранять? Но то, что происходит в мире, это очень просто объясняется. Мир отказывается от Китая, как от производственной фабрики. С помощью вот обычной технологии, да, то есть эта технология вовсе не новая. Вот, она использовалась много раз в течение вот, за всю историю человечества. Кстати, читал, вот оттуда идет зараза, все, мы от них отказываемся, и все. Все, сейчас сайт AliExpress уже загибается, потому что у них все склады сейчас на карантине, и они ничего не отгружают вообще. Именно так. То есть в данном случае Китай, он очень давно уже не нужен, ну, скажем так, развитым странам, как производственная фабрика. Он давно не нужен. То есть Китай работает по устаревшим технологиям конца 20 века. Вот. А сейчас начнут применяться технологии уже 21 века, которые намного дешевле, намного производительнее, вот, и намного, ну, скажем так, эффективнее. И работать будут роботы. Работать будут роботы и компьютеры. Да? То есть в данном случае Китай не нужен. Вот. И западные страны, да, то есть цивилизованный мир, вот он отказывается от Китая именно в том стиле, в котором они всегда это делали. Они всегда так делают. Ничего нового не происходит. А вот мы отказаться от Китая не можем. Андрюх, я тебе, блядь, как-нибудь гвоздь в голову вобью, я тебе говорил? А, простите, да, я понял, все. Я это, что-то я задумался. Ну, не надо задумываться. Надо есть на твой взгляд, шумиха вокруг этого вируса, она вообще искусственная. Абсолютно по факту, искусственный процесс. По факту это просто люди от гриппа умирают, как обычно. Миш, ё-моё, ты пойми то, что вирус гриппа мутирует каждый год. Ну да, это известно. Вирус гриппа мутирует каждый год. Понимаешь, каждый год появляется новый штамм вот этого вируса. Он каждый год появляется. Каждый год он уносит определенное количество людей. И люди, они как умирали от гриппа, там, я не знаю, там, вот в 19 веке это называлось там как инфлюенция, да, то есть как они умирали от этой инфлюенции, так, соответственно, они мрут до сих пор. Меняется форма вируса, соответственно, всегда найдутся люди, которые вот они слабые, у них иммунитет не справляется, и они будут умирать. Это нормально. Это все в пределах нормы. И в данном случае, вот то, что сейчас происходит, это никаким образом не выходит за пределы нормы. Но вокруг этого создается вот эта искусственная шумиха. О, коронавирус, там, блин, новая зараза из Китая, это очень опасно и так далее. Все. Мы блокируем Китай. То есть фактически на Китае вот так вот ставится большой жирный крест. Китай кончился. И самое смешное, что, в общем-то, карантин начался вводиться-то в самом Китае. То есть сами китайцы начали закручивать у себя гайки. Нет, они пытаются подстроиться как-то под ситуацию. Ну, в смысле, изобразить кипучую деятельность. Ну, конечно. Конечно. То есть в данном случае они пытаются как-то это обыграть в свою сторону. Понимаешь? То есть они понимают. Что там, штамм нет умных людей, которые понимают ситуацию? Есть. Они понимают ситуацию, они пытаются каким-то образом смягчить потери. И все. То есть они играют в свою сторону. Соответственно, цивилизованные страны, они играют в свою игру. У них есть очень четкие планы на 21 век. Вот, они, ну, любое государство имеет планирование на 100 лет вперед. Это нормально. Кроме России. Да почему? И в России тоже.
Ну, тогда западным странам и России тоже ни к чему совершенно. Оградить забором, пускай, блин, перекидывают через... Так она уже... В России уже ни к чему, потому это что уже сейчас... Это вовсе не так, ребята. Вы глубоко ошибаетесь, глубоко заблуждаетесь. А Россия – это часть. Опять же, надо тоже четко очень понимать, то, что Китай является частью общемировых процессов. Как его в свое время развили, да, то есть вот 90-е годы получилось как? У нас, соответственно, все уничтожалось, ну, производственная площадка-то нужна. Да, то есть Советский Союз, он являлся такой производственной площадкой, которая обеспечивала половину мира. Мы были производственной площадкой, которая обеспечивала половину мира. Соответственно, если уничтожается одна производственная площадка, ей на замену должна появиться другая производственная площадка. Потому что мир должен быть обеспечен товарами и услугами. Что тут непонятного? Поэтому, соответственно, на место СССР встал Китай. У нас заводы, ну, грубо говоря, вот как вот происходило вот у нас в Нижегородской области, да, то есть вот он, у нас, вот, например, был завод «Сокол», да, который производил «Миги». Вот. Соответственно, что делается, да, то есть товарищ Шевцов банкротит вот этот вот завод «Сокол», снимаются все высокоточные станки, да, то есть это вот дорогущие высокоточные станки, просто, ну, я не знаю, там, вот это космических денег они стоили. И они продаются в Китай по цене металлолома. И все. И появляется в Китае новый завод, который производит аналог мигов. Вот и все. Вот так это работало. Что тут непонятно? Тут нет ничего сложного уже. Поэтому, да, Китай, он заменил СССР именно как производственная площадка. Общемировая производственная площадка. Вот. А сейчас происходит вот этот вот процесс, который связан уже со сменой технологического уклада. Да, надо это очень четко понимать. То, что если СССР, промышленность СССР, это были технологии 20 века, соответственно, сейчас Китай, это технологии 20 века, сейчас начнут выходить на первый план технологии уже 21 века. То есть это качественно более новые технологии. Качественно другие. И Китай не нужен. Он не нужен ни как производственная площадка. Ни как вот этот вот центр роста экономики. Он не нужен. То есть он как создан был, вот как вот такой вот искусственный финансовый пузырь. Его изначально таким создавали. Точно так же они сейчас его и лопнут. Да? То есть вот эти вот вещи, они делаются вот так, по щелчку пальцев. Хлоп, и лопнул Китай. А инструменты, которые используются вот для того, чтобы схлопнуть экономику, они всегда одинаковые. Ты просто лишаешь страну рынка сбыта, то есть вот как у СССР было. То есть фактически, вот товарищ Горбачев одной подписью на Мальте лишил СССР рынка сбыта. То есть вот он приехал на Мальту, подписал документик, расторг Потсдамское соглашение, по которому у СССР полмира были, по сути, рынки сбыта. Мы туда поставляли товары и услуги. Он одной подписью вот это вот Потсдамское соглашение расторгает. Все. Советский Союз остается без рынков сбыта. И экономика СССР вот просто вот так вот схлопывается. То же самое сейчас произойдет с Китаем. Что-то для нас это не несет ничего хорошего, блин. Бардак на границах, блин. Ну, да, Украина, да, понятно. Сами виноваты, что называется. Но Китай-то, блин, бардак рядом, блин. Вот нахера нам это? На каких границах ты о чем сейчас говоришь? У нас на сейчас нет границ с Китаем. У нас сейчас никаких границ с Китаем нет. Фактически что, весь Дальний Восток оккупирован Китаем. Да. А то, что проходит по Уралу, это не границы с Китаем. Там нет никаких границ вообще. Ты сейчас вот, ты так говоришь. Мы привязаны сейчас к Китаю. Я не знаю. Вот это вот можно сравнить как сиамские близнецы. Короче, мы действительно братские народы. Мы не просто братские народы. Мы сейчас являемся
как бы это объяснить-то, блин? Мы без Китая просто не жизнеспособны. Вообще. Короче, у нас все сейчас и... китайское. Абсолютно и... все. Ничего сейчас своего нету. Есть только китайское. Больше ничего. Ну да, у нас техника собирается вся на китайских этих запчастях. Электроника, блин. Как на Западе это по сути то же самое, у них тоже вся правда. На Западе то же самое, но дело в том, что у них есть технологии уже качественно более новые, которые позволяют легко отказаться вот от этого вот китайского цеха. Понимаешь? Да. Просто легко отказаться. А у нас ничего нет. А у нас ничего нет. У нас нет ничего. Поэтому да, во всем мире будут изображать то, что вот китайская угроза, надо отказываться от китайских товаров и услуг. Делаем все свое. А наши будут сидеть на жопе ровно и делать умное лицо. Понимаешь? Да, да, да. Говорить про особый путь. Да, говорить про особый путь. Ну, как обычно. А особый путь — это святое дело, вы что, не знали, да? Ну, у нас всегда особый путь. Исконный особый путь. У нас даже президент Путин. А чем вам не нравится президент Путин? Он прекрасен. Прекрасен, да. Он прекрасен. Да. Посмотрите на эту там старую бабушку сутенершу в вязаном жакете. Она прекрасна. Да. Чего вы от него хотите? Да. Он пытается сохранить порядок вещей. Да, то есть вот он каким-то образом пытается сохранить существующий порядок вещей. Хотя у него нет для этого ни ресурсов, ни денег, ни возможностей. Но он старается.